Поздравляя Александра Гусева с победой, никто не должен заблуждаться, что фактически победил тандем Гордеев-Гусев. По просьбе губернатора Александр Викторович включился в мэрскую гонку, когда все претенденты уже давно резво бежали по дистанции. Вскочить на подножку стремительно несущегося избирательного поезда и победить – это высокий политический пилотаж. И благодарность воронежцев Гордееву за удивительные изменения в лучшую сторону как в области, так и в Воронеже. И это за 3,5 года. Впервые за 20 лет у горожан был шанс избрать мэра, который не боролся бы с губернатором, а в одной упряжке с ним продолжал бы вытаскивать Воронеж из грязи и освобождать от мрази. И воронежцы свой шанс не упустили.